Всем привет! Современные ноутбуки, ультрабуки все тоньше и тоньше. Портов USB у них все меньше и меньше. Это печалька, конечно же. На некоторых вообще только USB Type-C ставят. Как подключать флешки и другую внешнюю инфраструктуру, непонятно. Но есть для этого вот такие вот хабы, как этот USB 3.0 хаб. Это модель на 4 порта USB 3.0. Вот они синие. Все 9 контактов присутствуют, как положено в USB 3.0. И интересная фишка этого хаба то, что этот наконечник снимается. Из USB 3.0 Type-A получаем вот такой вот Type-C. Я специально заказал такую штукенцию. То есть можно либо вот так подключать к компьютеру, получаем 4 USB 3.0. Либо даже вот так вот, если у него Type-C, подключаем, получаем USB 3.0, стандартных 4 штуки. Так, что тут еще у нас есть? Такая вот надпись, USB 3.0 Hub, логотип, и вот здесь вот есть питание, гнездо для питания внешнего, но блока питания в комплекте нет. То есть, если не хватает мощности, то можно подключать внешний блок питания. Посмотрим, включим. Синий индикатор, вот он один. Других нет. Не как у некоторых, светомузыка такая, что прям куча лампочек светится вокруг. Нет, с этим такого нет. По стандарту USB 3.0 хаб должен выдавать на каждом порту до 0,9 ампера тока. Давайте проверять. Сейчас мы все проверим. 5 вольт 0,87, порядок. Следующий. Тоже порядок. Порядок. Тоже все хорошо. Даже попробовать можно и больше, но не нужно на самом деле. 1,64 ампера. Это уже не его стандарт и не его обязанность такое выдавать. Размеры у него небольшие. Как-то на фото казалось, он крупнее. По факту уже 77 на 40 на там около 11 миллиметра толщины. То есть коробок спичек, и вот он такой получается. У этого хаба обнаружилась интересная фишка. Он может работать как OTG кабель с устройствами, у которых есть USB Type-C. Вот смартфон с USB Type-C. То есть мы берем какую-то флешечку, вставляем ее сюда и подключаем к смартфону с USB Type-C с поддержкой OTG хаба, конечно же. И вот устройство найдено. Вот оно. То есть флешечка, вот она есть. Хорошо. А сейчас я попробую 3 флешечки сразу. Так, вставляем. Хоп, все нашлось. Ну, я для наглядности запущу, наверное, диспетчер его встроенный. Это его внутренний накопитель. Одна флешка, вторая, третья. Все 3 флешки он увидел. Нормалек. Работает все. Сейчас я через этот USB 3.0 хаб подключаю пару флешек. И вот такое вот USB устройство. Винчестер. Тоже USB 3.0 у него интерфейс. И он напрямую выдает около 90 мегабайт в секунду скорости копирования. Сейчас проверим скорость копирования через эту коробочку. И сравним. Какой-нибудь файлик большой откроем. Так, вот Винчестер.
на SSD буду копировать, чтобы не было узких мест. Так, ну скорость вот 88-89, около 90 мегабайт в секунду, как и при прямом подключении без хаба. То есть вполне нормально, хаб USB 3.0 тянет. Функцию заявленную выполняет. Всем спасибо за внимание, всем пока.